Более воскресенье мы вновь перенесемся во времени. Причем для этого вам даже не нужно переводить стрелки своих часов. Да, просто будьте с нами, и вы узнаете, что носили в Советском Союзе. Какие фильмы смотрели советские люди. Какую музыку слушали и на чем. Ну так мы еще утеплимся на зиму. Так это как бы не про Советский Союз. Да это очень актуально. Ну, тогда встретимся в это воскресенье. В 10 часов утра. На Первом Приднестровском. Да.